Мы сейчас с Няшей и с Ярославной поедем в клинику снимать швы. Пойдем. Пошли в машинку садиться. Стоп. Так, так. Яра, давай. Обосновывайся. Давай, молодец. Ну все, друзья, поехали. Галя уже здесь. Все. Как всегда. Как всегда. Мчимся. Заходим. Ярославник вообще тут как к себе домой. Да тут я тут, тут все хорошо. Подожди, подожди, подожди. Молодец. Нам одна тетя написала, зачем вы сделали, вот не дождались результатов анализа, и сделали с собакой, да, у нее доброкачественная опухоль была, нормально, нет? Нет, она же может дальше расти. Да в том-то и дело. Я говорю, а что у людей-то тогда доброкачественно убирают? Миша, пойдем. Покажи свою лапку красивую. Вот, ребята, такой у нас получился позитивное посещение клиники сегодня. Сумасшедший день. Сумасшедший день. Сколько мы заплатили? Где чеки-то? Все, убрала уже? Убрала. Ну так скажи. Ой, что-то 4 с чем-то за Мишу и около 2 за козявку, за Кубу. За швы не взяли денежку. За швы пока не взяли. Ничего. Пока не взяли. В общем, ребят. Если что, говорит, завтра. Да. То есть сделаем вид, что мы как будто уже заплатили. Если завтра что-то скажут, мы скажем, а мы ничего не в курсе. За все уже уплачено. В общем, вот. Миша, Куба осталась. Что ее когда оперировать? Завтра с утра. Завтра с утра Николай Сергеевич, да, будет? Да. Вот, завтра Николай Сергеевич с утра ее прооперирует. Вот. Будем держать вас в курсе, не переключайтесь. А мы поехали домой. Наконец-то.